Доброе утро. Извиняюсь за качество съемки. Фонари остались в секретном месте, мои лампы, поэтому тут изобразило что-то из телефона и с ручного фонарика. Светит в глаз так, что неприятно. С утром у меня сегодня мукбанг кости супа и курица жареная. Блин, жареную курицу тяжело я, конечно, воспринимаю. Ну да ладно, в охотку иногда можно. Такая косточка офигенная. Не хочу ничего углеводного, хочу что-то белковое. Ну и напиток Бога, естественно. Кстати, аптечка. Может, о кинчиках поговорим? Вчера знаете, что у меня было? Ой. Вчера был день. «Выбери кино» называется. Лизнец что-то. Нормально. «Выбери кино». Смотрели, когда он приехал? Перл Харбор. Вот это военная драма, мелодрама. С крутыми спецэффектами и про большую любовь. Две больших любви. Или любовь одна большая у нее на двоих, или я, короче, не понимаю. Смотрела этот фильм, пыталась начать 10 миллионов, наверное, биллионов раз. В итоге так и не смогла начать смотреть от начала и до конца, сесть и посмотреть. Суть этого фильма я понимаю. Война, двое друзей, одна любовь, одна девушка, к ней испытываются сильные чувства. Один там якобы помирает парень, ну не помирает, другой ее подбирает. Подбирает зубы. Влюбляются. Детенка даже случайно делают. В общем, фильм крутой. Спецэффект, говорит, все в нем хорошо. Мое отношение к нему тяжелое. Не могу досмотреть от и до, потому что, наверное, скорее всего, длинный. Да, слишком длинный. И вообще это отношение американцев к исполнению вот этих вот всяких военных фильмов мне не очень что-то. Сколько там погибло людей? Очень много. Ради чего? Почему, интересно, американцы не снимают кино про то, как они ядерные бомбы скинули? Стыдно, что я. Короче, фильм вчера опять начала смотреть. Я смотрела на того момента, как этот парень погибает, другой парень с девушкой там мутится этой. Она беременеет, а этот, который погибает, на самом деле возвращается. Мне даже заинтересовало, мне даже стало интересно. Начала смотреть. Она попутно совершала всякие телодвижения еще, туда-сюда. Ходила, гоняла, что казалось, что мне неинтересно. Вот, а вообще... Есть еще один фильм, который не могу досмотреть от начала и до конца. Возможно, потому что он всегда включается в новогоднюю суету. И нет смысла его вне Нового года смотреть. Не так будет интересно. Хотя и так неинтересно. Нет смысла вне Нового года смотреть. И не могу, вообще не вижу смысла его смотреть. Фильм называется, не поверите, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Причем, почему-то мне многие говорили, что я похожа на эту актрису. Ну, которая мне нравится, да. Я не понимаю, где мы с ней похожи. Ну, ладно. Суть этого фильма в чем? Почему я не могу смотреть? Я даже анализ сделала.
Потому что перескакивают события, да? Сначала они там в бане моются, потом хлоп в Питере образовывается что-то. И началась какая-то канитель, непонятное действие в одной квартире, которая для моего понимания скучная кино получается. И я никак не могу его раскачаться, посмотреть. Хотя даже новую версию, снятую уже в наше время, да, с Сергеем Безруковым, по-моему, там, ну, потому что актер не импонирует еще, скорее всего, поэтому. Я посмотрела с удовольствием, и мне очень нравится, а то, ну, хоть не могу. Хотя критики говорят, да, что переснятый фильм, это вот вообще не то, что было в оригинале. Хотя вообще не понимаю, зачем что-то новое с оригиналами сравнивают. Как, допустим, и «Служебный роман». Я посмотрела новый с Ходченковым и Зеленским с удовольствием. Тот «Служебный роман», который «Служебный роман» в советское время, дается несложно с пониманием. Хотя интересно, сюжет интересный. Но Васильцев вот этот играет бесподобно. А так называемая «Мымра» в старом советском фильме, я не помню, сколько лет девушке этой она говорит, но что-то он так выглядит. Советское время, сама актриса. Это как будто ей, блин, очень много лет, больше, чем надо. Да и Новосильцев тоже. А в наше время фильм, снятый с Ходченковым и Зеленским. Я понимаю, сценическая пара у них уже вот как бы утвердилась, да? Она и он. Их уже чаще вот видим и понимаем, что они должны быть вместе. Это благодаря фильму, скорее всего, «Любовь в большом городе». И вот эта пара для меня, она, как Ходченкова, она слишком красивая женщина, чтобы играть вот такую какую-то мумру. В общем, я никак не... Даже вот она сидела накрашена, там у нее уши торчали, она какая-то вот такая. Она все равно слишком красивая, чтобы играть вот эту вот мумру. Проведя аналогию с той, а вот с этой вот, ни в какую. Понедельник, день тяжелый, встала снова в 6 утра. Через силу, через боль, просыпаюсь в 6:00. Пыталась линзы надеть. Ну как? Блин, такой высокий контраст, тогда кожа неправильная, какая-то резиновая, да? Это из-за того, что у меня стоит один телефон, светит, и еще один фонарь. Все не то. А, прикиньте, все, стоп. Наверное, не даем. А может, даем. Может, не даем. Не знаю, где нам. Вставлять надо сейчас линзы в глаза. Собирали еще подарки. Думаю, что на работе дальше делать. Работу какую работать. Мысли перескакивают туда-сюда. И про работу, и про что делала на выходных. Все выходные прошли. Прошли отлично. Мело, это вообще. Там снега, вы бы видели сколько. Так, по идее, в феврале должно намести. До февраля еще далеко, и слава богу. Но сколько намечет в феврале, это тоже будет ахнуть. Там просто будет пушка. Вот эти вот ветра придут с Ядовитого океана. И вообще. А, что тут такое? Соединительная ткань. Между хрящиком и ножкой, и косточкой. Какая кость это, интересно? Нет, это не перцовая, это какая-то... Это другая. Все.
Правда, этого хрящика я тут полчаса сидела и грызла этот масел. Все, день начался удачно. Утро началось нормально. Спасибо большое за компанию. В душ и на работу. Все в масле. Джонсонс Бэби, все волосы. Давайте.